И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики, и просто случайные посетители моего YouTube-канала. С вами снова я. Да-да, не удивляйтесь, все тот же, не первый, но и не последний, московский видеоблогер. И вы находитесь на канале «Московский обжора». И сегодня уже на улице 29 октября 2019 год. И несмотря ни на что, а сейчас в Москве ровно 17 часов вечера, а идет за окном сильный дождь. Но сегодня, правда, с самого утра в Москве было очень, в принципе, тепло. Правда, очень пасмурно, было сухо, вот, где-то вот до 16 часов там с чем-то было сухо, а вот сейчас 17 часов, ну, где-то, я не знаю, полчаса назад, может быть, даже больше, это дождь, короче, начался, вот сейчас идет дождь. А ветер был сегодня, но только он какой-то странный, такой тепленький вроде как, и поверху он шел, его даже как бы не особо это он ощущался, понизу не было ветра. А я же ведь оптимист, я снова взял себя в руки, оделся, собрался, умылся, обулся, вот, подпоясался как надо и с нетерпением отправился в очередной раз за повседневными покупочками. А знаете, куда на этот раз? А, правильно, в магазин «Пятерочка», которая выручает. И я уже только что, мои хорошие, приехал домой. И сейчас хочу с вами с нетерпением поделиться своими покупочками, которые я там только что в «Пятерочке» совершил. Что же я там сегодня, мои хорошие, купил? Ну, во-первых, на кассе я сегодня купил, у них сегодня была акция, ребятушки, да-да, не удивляйтесь, акция была очень вот такая вот крутая. А знаете, значит что? Да вот, значит что, вот на такой вот шоколад, ребята, шоколад, престижный шоколад, который называется... Милка, Милка, ребятушки. Во-первых, Милка, это с карамелью, с карамельной начинкой. Милка содержит альпийское молочко. Вот. И что я хочу сказать? Это шоколад молочный, Милка с карамельной начинкой. Вот такой вот. Здесь, короче, 90 граммов. Вот, кому интересно, вы можете поставить на паузу и внимательно почитать. Так, вот такой вот шоколад. Вот, посмотрите, здесь написано, вот, сколько здесь граммов. Граммов, ребятушки, здесь видите, как много, 90 граммов, хотя могли бы уж и 100 сделать, или хотя бы 95 граммов. Я представляю, с каждой шоколадочки минус по 10 граммов, выгодно получается, выгодно. Вот так вот, ребятушки. Давайте здесь я вам прочитаю, что есть написано. Вот, хотя вся информация есть в интернете, кому интересно, в интернете почитайте. Вот как-то так, мои хорошие. Так, ну вот, давайте я вам быстренько прочитаю. Вот уже более 100 лет Милка, ничего себе, более 100 лет Милка создает нежнейший, тающий во рту шоколад, используя особый ингредиент молоко, из самих Альп. Это молоко дают коровы всю жизнь, наслаждающиеся свежим горным воздухом, пышными лугами и теплым солнечным светом. Волшебный мир Альп помогает не только создать очень нежный шоколад, но и раскрыть нежность в каждом, кто хотя бы раз попробует наш шоколад. Вот, давайте, кстати, я буду впервые его пробовать на своем канале, впервые, ребятушки, вообще ни разу в жизни, по-моему, я Милку не пробовал.
Вот, по-моему, не пробовал. И вот ждите, в ближайшее время на моем канале выйдет обжор. Я буду дегустировать этот шоколад, пробовать. Вот. Вот такой шоколад. И знаете, сколько он стоит? А, по акции. Так он очень и очень дорогой. Но сегодня была акция, и я вот за эту шоколадку заодно отдал, знаете сколько? 49 рублей 99 копеечек. Ну, грубо говоря, ровно 50 рублей. И поэтому я таких сегодня купил, а не раздумывая, сразу две пачки. Две штуки, вот. Две штуки. Вот, видите, две штуки. Так, с шоколадкой разобрались, да? Убираем. Там же в Пятерочке я сегодня купил, мои хорошие, крекер. Вот такой вот. Я хотел тук купить, тук, но что-то он, зараза, очень дорогой. Где-то по 60 рублей, даже по 65 рублей. Там плюс-минус, очень дорого. Вот, а я хотел бы купить бы рублей по 40, как в тот раз по акции. Поэтому на тук сейчас в Пятерочке акций никаких нету. И вот я взял в качестве альтернативы, решил купить Яшкино. Яшкино, вот, просто любить. Французский крекер с кунжутом. Очень хрустящий. Покупаю выгодно. Вот, очень хрустящий. Вот такой крекер. Кстати, я уже не первый раз его покупаю. Он, кстати, очень и очень тоже вкусный. Ну, тук, конечно, вкуснее. Но это тоже, когда тука нет, очень даже хороший. Только маленько, немножечко погрубее. Вот. Очень свежий. Видите, какой свежий? Здесь 185 граммов. Вот. 185 граммов. Ну, вот такой крекер, короче, Яшкино, называется Яшкино. Я купил одну пачку, и цена вот за одну пачку составляет в Пятерочке 30 рублей 99 копеечек, вот. Ну, грубо говоря, 31 рубль. Я купил одну пачку. Там же в Пятерочке я сегодня купил батон нарезной. Вот такой вот нарезка. Хлебозавод номер 28. Классика, на густой пшеничной опаре. Вот такая вот нарезка, здесь 380 граммов. Вот такой вот, короче, из пшеничной муки высшего сорта, нарезанный, упакованный. И цена вот за такой батон нарезанный стоит в Пятерочке, тоже, как и на крекер, цена 30 рублей 99 копеечек. Ну, грубо говоря, 31 рубль. И поэтому я такие купил сегодня, вот, две нарезочки. Так, вот такой вот хлеб, короче, вот, от 28-го. И очень свежий, кстати, посмотрите. Сегодняшний, 29-й, видите, написано вот. Вот, две штуки я купил сегодня, две штуки. А видите, мука высшего сорта, на паре. Без химических добавок. Вот, традиционная технология, современное оборудование. Вот, две штуки я купил. Это самое. И там же в Пятерочке я сегодня купил, как всегда по традиции, вино. Называется Чиусан. Там была слива и вишня. Я купил спелую вишню. Он самый такой вкусный. Самое вкусное. Вот, спелую вишню я купил. Видите, вот спелую вишню. Здесь литр. Очень свежее, посмотрите. Вот такое вот вино, короче. Чиусан называется. И я купил один пакет. И цена вот за этот пакет составляет всего лишь 85 рублей 99 копеечек. Ну, грубо говоря, 86 рублей. Вот. Так, все, в принципе, давайте в морозилку положим, чтобы она попрохладе стала. Так. Ну, а на этом все. Итого я сегодня в магазине Пятерочка, которая выручает 29 октября 2019 года, потратил итоговую сумму моих покупок, в том числе и под итоговую, которая составила к оплате,
278 рублей 94 копеечки. Ну, грубо говоря, 279 рублей. Я расплачивался своим смартфоном через приложение Google Pay, поэтому сдачу мне не дали. Вот, поэтому как-то так. И помимо всего этого, мне пятерочка на мою карту лояльности, а именно выручай карта, которая помогает покупать выгодно, начислила наклеек 0 наклеек, баланс наклеек, как и был, 2 наклейки, но я их не собираю, в принципе, поэтому они мне не нужны. А баллов мне сегодня пятерочка начислила дюжину, 13 баллов, в том числе по акциям 0 баллов, а уже общий баланс баллов у меня накопился 285 баллов, это где-то 28 рублей халявых. Вот. Ну а на этом все. Большое спасибо вам за внимание, не болейте, не хворайте и ходите чаще по магазинам за продуктами. И будьте здоровы. Все, всем пока, мои хорошие. Не забывайте подписываться на мой канал, на канал Московский Обжора.